непростое, так скажем, действительно такие погодные условия. Специалисты считают, что Динамо достаточно хорошая, интересная команда. Да, ну, такой свойственный силовой футбол, но тем не менее и ребята, которые действительно футбол играют, даже сегодня, что мы, что соперники пытались, даже на этом поле пытались все равно играть в футбол. Но тем не менее, опять же, понимали, да, что дождь, внесли определенные коррективы, да, что, с точки зрения структуры игры, более, наверное, надежной игры. Но, если честно, очень рад за ребят, тяжелая победа, здесь всегда было тяжело играть с «Динамо», поэтому мы очень рады этой победе. У каждого тренера спрашиваю, как поле после наших работ? Да, ну, не считаю, что сегодня дождь? Что... Ну, травы, наверное, больше, а так, ну, давайте я оставлю. Все время, когда здесь сколько раз приезжал, как бы, ну, жалко, конечно, потому что, еще раз говорю, команда играющая. И первую игру мы когда с «Динамо» дома играли, ну, действительно, ребята в футбол играют, им нужно действительно, ну, наверное, более качественное поле, и тогда, может, и результаты другие будут у них. Мы очень рады, что болельщики приехали так далеко наши, поддержать нас. Большое им спасибо за это. А так, очень рад за ребят. Тяжелая, хорошая победа. Нужная нам.